раз поблагодарим всех за их деяния во благо Красногорска. Аплодисменты, дамы и господа. Итак, дорогие друзья, наше мероприятие носит название «Красногорск – это мы». Хэштег «Красногорск – это мы». И поэтому я хочу еще раз... Йоу, пока идет отсчет до 10, ты должен встать и продолжать драться. Ведь это только начало твоего пути, сгореть и возродиться заново, найти в себе силы подняться. Если ты чувствуешь боль, значит ты жив. Это не просто спорт, это порыв души. Так важно быть в гармонии с собой. В приоритете те, кто выбирает рукопашный бой. Твои страхи остались в прошлом, когда ты запустил этот наркотик под кожу. Порой бывает так сложно победить себя и добиться большего. Здесь останутся только лишь те, кто стремится стать твердым, как сталь. Время и труд подарят медаль. Победит сильнейший, один из миллиона. Это не просто куплет, это путь чемпионов. Границы с богатой историей. Ушанки, рукавицы, лица, медведи, сугробы. Присоединение Крыма, разные народы. И все это Россия, территория свободы. На самом деле мы сильны, потому что едины. Непоколебимы в своей вере и Богом хранимы. Мы победили в войне за мир во всем мире. Летит мелодия души, здесь Ярополк в эфире. Страницы времени листаем, мы видим картины, что написали наши предки, идя по вершинам. Русский балет, литература, мы первые в космосе. Архитектуры наших храмы, настенная роспись. О воле русского народа слагают легенды. Все это правда, мы доблести эквиваленты. А кто придет с мечом, тот от него же и погибнет. Слава России, эта страна непобедима. Гимн свободы, Россия моя, сила духа, святая земля. Сквозь просторы, реки, поля, в каждом сердце ты греешь меня. Спасибо, дорогие друзья! Всех с праздником и отличных боев!